Этих примеров уже было тысяча. Человек думал, что он общается, ну, реально с другим человеком. А по факту это все было машина. Способность мозга критически мыслить, анализировать ситуацию, анализировать новость — проблема современного человека. То есть нас фактически отучает от этого. Это так или иначе будет влиять на возможность совершения каких-то противоправных действий. Человек должен просто уметь переставать бездумно потреблять информацию. Когда наступает кибербезопасность? В первую очередь выключить компьютер, затем положить его в сейф, после этого отплыть на лодке куда-нибудь на середину океана и выкинуть этот сейф на дно морское, то, наверное, это будет кибербезопасно, но при условии, что лодку тоже придется затопить, потому что люди, которые это делали, вероятно, имели доступ к этой информации. В киберпространстве основная мишень — это данные. И эти данные могут перехватить либо уничтожить для того, чтобы навредить человеку либо организации. Человек все равно должен понимать, что он делает в интернете, и то, что чем больше интернет в нашей жизни, тем больше мы от него будем зависеть, и больше информации о нас в нем будет храниться, и все. Ребята, вы прекрасно справились с предметом «Гражданская оборона», но есть такие опасности, от которых придется обороняться в будущем, через несколько десятилетий. Давайте поприветствуем Алису. Она прибыла к нам издалека. Чем совершеннее будут технологии, тем совершеннее будет и обман. Однако все способы этого обмана нам давно известны. Ведь вы все читали сказку «Красная шапочка»? Да! В будущем серые волки станут намного хитрее. Да какими бы хитрыми они ни были, меня-то они точно не проведут. Не ответишь на звонок? Легко. Алло. Внучок, как ты там? Бабушка, это ты? Конечно же, ты разве не узнал меня? Да узнал, узнал. Чего звонишь? У меня урок тут. Мне нужно купить лекарства в аптеке. А я боюсь, не успею. Сейчас зайдет подруга моя. Ты передай ей денежки, которые я тебе на обед давала. Ну, хорошо? Ты даешь. Ну ладно, если это так срочно, то отдам. А когда она зайдет? А, прямо сейчас. Ты денежку приготовь, а я тебя за помощь бабуле на выходных кино отведу. Целую. Эх, сегодня, значит, без обеда. Ну, ничего, не беда. На выходных зато в кино схожу. Ты уверен, что хочешь идти в кино с незнакомым мужчиной? С каким еще мужчиной? С тем самым, который себе только что звонил. Эх ты, голова. Это бабушка моя была, какой мужчина? Ты уверен? Мне нужно купить лекарства в аптеке. Я боюсь, не успею. Сейчас зайдет подруга моя, ты передай ей денежку, которую я тебе на обед давала. Хорошо? Ну ничего себе. Это кому это такому я сейчас чуть все свои деньги не отдал? Кому-кому? Волку. Эх ты, возвращайся на свое место, красная шапочка. Помните, мошенники могут менять голоса и представляться вашими родственниками. Справиться с такими мошенниками проще простого. Если вы не уверены, кто вам звонит, положите трубку и перезвоните вашему родственнику самостоятельно по известному вам телефону. За последние несколько лет, там, наверное, лет 5, прям новых каких-то техник атаки не появлялось и тактика. Все, что было, это модификация чего-то уже найденного. Ребята недавно презентовали с помощью ChatGPT, и бота Телеграма, они создавали переписку с человеком, которая велась автоматически. Там голосовые сообщения от и, соответственно, тоже генерировались. И человек думал, что он общается, ну, реально с другим человеком. А по факту это все было машина. Примеров уже было тысяча, но тем не менее вам звонят якобы со службы, с горячей линии вашего банка и говорят, что по вашему лицевому счету в банке проходит какая-то транзакция, ее необходимо заблокировать, иначе все ваши деньги будут похищены условно. А дальше предлагается вам
поставить некое программное обеспечение, чтобы сотрудник банка подключился к вашему телефону и проделал какие-то манипуляции, чтобы обезопасить вас, обезопасить ваш личный кабинет и, в общем-то, ваши деньги. Ну, соответственно, это мошенничество. Сотрудники банка никогда не запрашивают удаленный доступ. Когда нам звонят телефонные мошенники, говорят, что у нас украли деньги, они пытаются включить ваши эмоции. То есть вы сразу в шоке, то есть у вас работает подсознание. Оно одновременно с сознанием не может работать. Вы автоматически хотите проблемы быстро решить, чтобы ваши деньги не украли. Вы говорите там, что необходимо. Ходим мошенник, и ваши деньги уходят дальше. Вот способность мозга критически мыслить, анализировать ситуацию, анализировать новость – это проблема современного человека. То есть нас фактически отучают от этого. Правительство Российской Федерации в конце 2022 года утвердило концепцию повышения осведомленности граждан в сфере информационной безопасности. В преамбуле этой концепции написано, что стремительная цифровизация, повсеместное использование технологий приводит к тому, что растет число угроз. При этом граждане не знают, что с этим делать. Они живут в этом, они этим пользуются, но, скажем так, не владеют им отчасти. Не могут с этим разобраться, и именно поэтому была утверждена такая концепция повышения осведомленности, прежде всего направленная на госслужащих, на работников органов власти, для того, чтобы сначала их научить, а потом научить всех остальных. Товарищи, ребята, когда я думаю о нашем с вами будущем, мне хочется говорить без остановки о чудесах, которые нас с вами там ожидают. Например, кто бы мог представить, что в новом тысячелетии у каждого из нас будут электронные деньги? Электронные? Это что, в амперах, что ли? Не в амперах, наверное, а в вольтах. Зарплату будут выдавать по 220 вольт. Нет, ребята, не в амперах и не в вольтах, а в электронных рублях. Электрорубль? Водила. А сколько вас содержит один электрорубль? Да там, наверное, электрокопейки. Да нет же. Электронные рубли – это самые обыкновенные рубли, только хранятся они в электронном хранилище. И это хранилище необходимо защищать от настоящих роботов-мошенников, которые могут отобрать у вас не только электронные, но и самые обыкновенные деньги. Приветственный скрипт. Здравствуйте, ребята. Я знаю, что у одной из девочек вчера был день рождения. Личное обращение. Маша Булычева, тебе ведь исполнилось полных 13 лет. Да, но я вас не приглашала. И вообще, я с вами не знакома. Наша компания знает, что вы хотели получить на свой день рождения и дарит вам целых 9 электронных рублей. Вообще-то, я хотела на день рождения котенка. Ладно, давайте мне эти ваши электрорубли. Пока мы готовим к выдаче ваши рубли, взгляните на эти фотографии с котенком с перебинтованными лапками. Неужели вам его не жалко? Какой бедненький! Кто же его так? Злые мальчишки оставили его на морозе, и теперь ему ампутируют лапки. Но вы можете ему помочь. Всего 3 электронных рубля. Хорошо, пускай 3 моих электронных рубля отправятся этому котенку. 3 рубля – это так великодушно, как раз на одну лапку. Всего на одну? Тогда путь все мои электрорубли отправятся этому бедненькому котенку. 9 рублей как раз спасут 3 его лапки. Он даже сможет немного ходить. Нет, пускай ему вообще ни одной лапы не отрезают. Товарищи, нельзя же его так бросить. У кого-нибудь есть рубль? Вот у меня пятак есть, держи. Вот, держите ваши 3 рубля. Отключение режима мошенничества. Товарищ девочка,
не нужно 3 рублей. С этим котенком все в полном порядке. Вот, держи. Какой хороший. Все 4 лапки на месте. Лучший подарок на день рождения. Как вы видите, мошенники будут программировать роботов, вызывать к вашим самым светлым, самым искренним чувствам, чтобы вытащить из вас все до последней копейки. Но помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. А если вы хотите кому-то помочь, то лучше сделать это без посредников, лично. Картинка вызывает у вас эмоции, значит, у вас уже пытается манипулировать, у вас пытается вызвать эмоции, потому что голова человека работает следующим образом. У нас есть сознание, у нас есть подсознание. Сознание отвечает за аналитику, за мышление, подсознание отвечает за быструю реакцию. Представьте ситуацию, допустим, на одном из зловредных телеграм-каналов. Распространяется информация. Кто работает в энергетическом, там, топливном, оборонном, каком-то там, еще промышленном комплексе, а платим $5000 за то, что вы вставите флешку в свой рабочий компьютер, когда мы вам ее пришлем. Если человек не осведомлен в вопросе, он вполне возможно выберет $5000. А это нанесет урон всей организации. А может быть и больше, чем одной организации. Например, по электронной почте вам приходит письмо, очень похожее на ваш любимый интернет-магазин или на магазин путешествий, где вы выбираете тур, там, с какими-то скидками, с уникальным предложением, на которое подразумевается, что вы должны перейти. Вот при переходе по такой ссылке вы можете также загрузить себе вредоносное программное обеспечение, причем вы не будете это знать, не будете это видеть, но оно будет у вас работать. Вот. Ну и, соответственно, ваши данные могут быть похищены. Нужно всего-то взять себе паузу на 2 минуты и подумать, что мне говорит человек, кем он себя представляет и как он со мной связывается. Меньше тыкать в разные ссылки, баннеры, потому что, да, они могут быть вредоносными или фишинговыми, пользоваться средствами проверки. Там, да, такой сервис, как VirusTotal, это 1 секунду открыть сайт, скопировать ссылку, вставить в него, он проверит там по 60 антивирусным системам. Если везде зеленые галочки, значит, все хорошо. Если внезапно везде пишет, что эта ссылка вредоносна, то, наверное, ходить туда не нужно. Осторожно относиться к нетипичным сообщениям от друзей. Если ваш одногруппник, с которым вы 15 лет назад закончили университет, внезапно решил у вас занять денег, вероятнее всего, что да, его аккаунт взломали и просто разослали по всем контактам, какие у него есть. Если, там, не знаю, ваша коллега по работе Зинаида Семеновна внезапно просит вас проголосовать в детском конкурсе рисунков, вероятнее не стоит кликать по этой ссылке. Если же вы все же кликнули и видите, что чтобы проголосовать в школьном конкурсе рисунков, нужно авторизоваться через госуслуги, лучше этого не делать. Не то, что лучше, это не надо делать, это 100% развод, да? Опять же, тут можно сделать ремарку, что вот буквально на прошлой неделе 2-факторная аутентификация на госуслугах стала обязательной, и это как раз сделано для защиты граждан, чтобы злоумышленник без 2-го фактора не мог войти на вашу страницу и там наделать какие-то вещи. Одна из проблем обеспечения кибербезопасности заключается в том, что мы входим анонимно, и многие преступления совершаются анонимно. И одним из достижений в области обеспечения кибербезопасности — это снижение анонимности присутствия в интернете. В каком-то смысле слова будущее именно за этим. То есть не будет больше анонимного доступа в интернет. Ну, я знаю, что все специалисты в области обеспечения кибербезопасности, они как раз ратуют за то, чтобы был персонифицированный вход в киберсреду, чтобы не было анонимности. Это один из залогов, скажем так, противодействие киберпреступности в принципе, да, и повышению киберправосознания, если хотите, да, то есть это примерно точно так же, как всеобщая дактилоскопическая регистрация, то есть когда все люди будут знать, что у них сохранены в специальной базе данных, в правоохранительных органах их следы пальцев рук, да, это так или иначе будет влиять на возможность совершения каких-то противоправных действий. Вот эти утечки уже там уходят в прошлое, это прям совсем базовая, то есть такая штука, мошенники прям такие, низшая каста. Гораздо сложнее вот утечки, которые берутся реальные данные, то есть реальные люди, их данные,
и им сопоставляется некая нереальная сущность. У нас пытаются пока безуспешно внедрить. Это некое наказание компании за то, что она допустила утечку данных. Когда размер штрафа не фиксирован, а зависит от оборота компании. Ничего нового не придумано, это успешно применяется в Соединенных Штатах, в штате Калифорния давно это применяется. И несколько лет назад, 5-6, я уже не помню, это стало применяться в Европейском Союзе, это закон GDPR, закон о персональных данных, где тоже подразумевается, что если компания допустила утечку, своевременно не уведомила пострадавших, не предприняла какие-то там шаги, прописанные в законе, то на нее налагается штраф вплоть там до 1% от оборота. На мой личный взгляд, это самое действенное, что может быть для коммерческих компаний, потому что никакого другого механизма заставить компании вкладываться в информационную безопасность как бы не придумано. Не всегда мошенники сразу хотят у нас что-то отобрать. Зачастую дело вовсе не в деньгах. Скажите, вы бы хотели этот телефон абсолютно бесплатно? А что за это надо сделать? Опять хотят им электрорубли отдавать? Ровным счетом ничего. Здесь написано: отдаю за бесплатно, в хорошие руки. Мне совершенно не нужно. А вам? Кто хочет взять? Вот ты. Зачем тебе нужен новый телефон? Подруге из пионерского лагеря позвоню. Она в Казахстане живет, вот она удивится. Но ведь ты можешь и по обычному телефону звонить. По междугороднему тарифу, ведь так? По междугороднему мне бабушка не велит. Только я с пятерку в четверти получаю. Ну, значит, нужно больше пятерок. А тебе зачем нужен новый телефон? Ага, а вам все расскажи, что бы я сделал. Я теперь уже ученый. Я никому не скажу, куда позвоню и кого разыграю. Ой. Васечкин. А тебе зачем нужен новый телефон? Я бы его старшему брату подарил. Он у меня на границе служит. Там проводов нет совсем. А так бы он мне звонил постоянно, рассказывал бы что да как. Какой ты добрый пионер. Заслужил он, ребята, бесплатный аппарат. Не для себя же хочет. Да! Как я и говорила, мы сами отдаем мошенникам все, что им нужно. Сложные аппараты могут скрывать в себе жучка. Это шпионская программа слежения. Не уверена, что твой брат оценил бы, что ты послушиваешь его разговоры. Да кто не я? Ведь я не послушиваю. Да я ведь из лучших этих самых. А вы рассчитали, так провокация какая-то. Караул сплошной. Да и есть ли там жучок? Дорогая, везде шпионы. А что поделать? Защищаться. И помнить, что только вы сможете остановить киберпреступников в будущем. Эта ответственность ляжет на ваши плечи. Справитесь? Да! Даешь киберзащиту! Цифровое будущее обязательно наступит. И оно будет светлым, если мы будем за него бороться. Здоровое недоверие к информации, которая вам поступает в ходе тех же спам-звонков. Если человек знает ваше имя, фамилию, отчество, даже номер карты, даже если он знает ваш актуальный баланс счета, и даже если знает, где вы живете и что вы заказываете в Яндекс.Еде, это все еще не значит, что он тот, кем он представляется. Более того, с вероятностью 90% это мошенник. Опять же, есть кейс, пример, когда, наверное, полугода, когда россиянам звонили, и суть скама была в том, что им говорили, что это представитель ФСБ, и что они обвиняются в госизмене. Некоторые люди, да, в частности, повелись. Если посмотреть на это критически, становится очевидным, что если человек обвиняется в государственной измене, ему никто никогда не будет звонить и об этом говорить. Прямой интерес государства, чтобы его граждане наконец осознали, что информационная безопасность — это не что-то там из кино про хакеров в 90-х. Это то, что касается здесь и сейчас каждого. Очевидно, что мир движется к тому, чтобы разделиться на людей, которые добровольно готовы проводить большую часть своей жизни в цифровом мире, и те люди, которые смогут себе позволить проводить время в аналоговом, в нашем привычном физическом мире, потому что жизнь в нем будет становиться все эксклюзивнее, дороже, и это будет некой привилегией, потому что в цифровом мире находиться проще, понятнее, там многие процессы происходят быстрее, подрастет поколение, уже несколько поколений, которые всю жизнь, собственно, с рождения привыкли в нем находиться, и это такая движущая сила. А если появится
они, вернее, уже появляются какие-то возможности, чтобы люди еще и получали что-то за то, пока они живут в цифровом мире. А поэтому мы с вами недалеко убежали от многих известных фильмов. Я помню, когда вышла первая «Матрица», вот, я больше всего смеялся, когда мы вышли из кинотеатра, потому что сколько давно это было, и две девушки передо мной шли, и одна другой на полном серьезе сказала: «Да не, ну не может быть, что так». И тогда это было настолько смешно, что значит, девчонки поверили в то, что это документальный фильм. А сейчас, собственно говоря, это становится, может быть, не такими яркими образами, но, в принципе, мир двигается в этом направлении, это очевидно. Как мне сказал один студент, что он приверженец абсолютной свободы. Я им ответил, что абсолютная свобода бывает на необитаемом острове, от кого вы абсолютно никогда не зависите. Но имейте в виду, что поскольку вы ни от кого не зависите, у вас на необитаемом острове не будет шоколада, у вас не будет телефонной связи, у вас не будет полуфабрикатов, у вас не будет микроволновки для того, чтобы приготовить. Почему? Потому что все это продукты общества. Это продукты социальной системы. Если даже говорить о дауншифтерах, живущих на необитаемом острове, они живут не на полной автономности, так или иначе, в какую-то цивилизацию обращаются для того, чтобы взять какие-то блага этой цивилизации и попользоваться ей. То есть в любом случае, если даже мы не активные участники, а если мы пассивные участники, мы в любом случае почувствуем последствия кибервойны. Вот у вас в телефоне много личной информации? Банковские приложения, карты, приложения такси, социальные сети, почта, возможно, подключение к рабочей почте, не только личной, да? Сервисы доставки. Многие сейчас заказывают еду, продукты, да? А представьте, что эта информация оказывается в руках злоумышленника. Злоумышленник знает, какую еду вы обычно заказываете и в какое время чаще всего, на какой адрес, там же вплоть до... Квартира указывается, квартира, этаж, да? Он знает, как часто вы перемещаетесь на такси, между какими адресами. Он знает услугами, каких банков вы пользуетесь. Он знает, допустим, что вы запланировали отпуск в какие-то числа где-то. Он может примерно узнать, каков уровень вашего дохода, когда вас не бывает дома, на кого вы среагируете положительно или нейтрально. Ну, представьте, вы знаете примерно, кто к вам обычно приносит условную пиццу домой в пятницу вечером. И когда придет очередной как бы курьер, вы даже не задумываетесь, открывая ему дверь. Когда в средние века условно, да, научились мыть руки, кратно уменьшилось количество болезней и смертей, с этим связанных с отсутствием гигиены. Это довольно просто. В контексте кибер сейчас мы, как общество, не умеем мыть руки. И из-за этого происходит огромное количество преступлений. Не потому, что киберпреступники очень сильны, не потому, что безопасники плохо защищают или государство что-то не делает. Просто потому, что мы не моем руки. Соответственно, и правила довольно простые. Это в первую очередь сложные пароли, да, в чувствительных сервисах условно. И желательно не ставить пароль на госуслуги и пароль там на бонусную службу какого-нибудь магазина одинаковый, да, от того, что вы придумали сложный пароль и вы используете его везде, лучше не станет. Частота смены этого пароля, поскольку рано или поздно он окажется в утечках данных с большой долей вероятности. Затем, что можно говорить? Можно использовать какие-то технические средства, вроде менеджеров паролей, но тут это уже предмет отдельного разговора. Информационный детокс — это часть, между прочим, часть кибергигиены. То есть человек должен просто уметь переставать думскроллить, переставать бездумно потреблять информацию, переключаться на какие-то более аналоговые вещи, вот, не связанные с постоянной подключенностью в сеть. Когда ты не подключен туда, ты, получается, что в этом смысле неуязвим, и ты можешь использовать это время для самостоятельного анализа или отдыха, или восстановления. Нам нельзя забывать жить в реальном нашем привычном мире, ездить в лес, в горы, общаться с любимыми людьми, проводить время в офлайне и находить в этом удовольствие. Это, ну, как бы такой явный совет, что, к чему нужно уделять больше внимания, чтобы не находиться в постоянно подключенном состоянии, потому что оно абсолютно бессмысленно и опасно.